На Востоке жил мудрец, который так учил своих учеников. Люди оскорбляют тремя способами. Первый. Они могут сказать, что ты глуп. Второй. Могут назвать тебя рабом. Третий. Могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину. Только дурак назовет дураком другого. Только раб ищет раба в другом. Только бездарь чужим безумием оправдывает то, что не понимает сам. Мораль. Чем ниже интеллект, тем громче оскорбление.